Болгария ужесточила правила въезда для граждан нашей страны. Россияне с прививкой от коронавируса с 8 июля при въезде в Болгарию, помимо сертификата о вакцинации, должны будут предъявить отрицательный результат ПЦР-теста. Прибывающие допускаются на территории страны при предъявлении действительного цифрового сертификата о вакцинации и отрицательного ПЦР-теста, проведенного не ранее, чем за 72 часа до въезда в страну. Напомним, авиасообщение между Россией и Болгарией возобновилось с 28 июня. Сама Болгария еще с 1 мая разрешила въезд российским туристам при наличии сертификата о вакцинации, отрицательного теста на COVID-19 или справки о наличии антител. Власти Кипра с 1 июля внесли изменения в протокол приема иностранных граждан. Они, в частности, касаются и туристов из красного списка стран, куда относится и Россия. Обновленные правила опубликованы на сайте Государственного комитета Кипра по туризму. Согласно документу, результаты тестов на коронавирус, которые сдают невакцинированные иностранцы по прилете в республику, больше не будут приходить им в виде смс-сообщений. Все справки уже с этой недели можно получить онлайн на платформе covidtestcyprus.com. В течение 3 часов после сдачи анализа. При этом стоимость теста остается прежней – 30 евро в аэропорту Ларнаки и 32 в Пафосе. Россия разрешила полеты на курорты Турции еще из 13 городов. Распоряжение Росавиации вступит в силу с 12 июля. Уточняется, что теперь в популярную республику смогут летать россияне из Сочи, Белгорода, Калуги, Краснодара, Барнаула, Воронежа, Саратова, Волгограда, Южно-Сахалинска, Липецка, Тюмени, Оренбурга и Нальчика. Повышенный спрос к турецкому направлению отмечается с 22 июня, даты возобновления чартерного авиасообщения с Россией. Так, большинство туристов начали перебронировать туры, отмененные из-за пандемии. Туристы, которые будут приезжать в Краснодарский край с 1 августа, получат возможность привиться от коронавируса на месте. С 1 июля Кубань ужесточила правила въезда в регион в связи с пандемией. Оперштаб решил скорректировать выпущенное на прошлой неделе постановление главного санитарного врача Краснодарского края о том, что с 1 августа курорты могут посещать только вакцинированные граждане, имеющие медотвод или переболевшие, но у них должен быть ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа до приезда на курорт. Начиная с 1 августа, наши граждане смогут приезжать на территорию Краснодарского края, имея при себе сертификат о вакцинации, ПЦР-тест. Невакцинированным гражданам будет предложена возможность пройти вакцинацию на месте. На это им отводится всего 3 дня с момента прибытия на территорию Краснодарского края.